такая наволочка, новинка. My Broken. За 2,99. Серого цвета, а еще есть коричневый цвет, такой как бархатный. Бархатный. Такой. 5,99. Санелла бархатный. Посмотрите, как красиво смотрятся эти занавески. Вот такая красивая. Смотрите, с какими кисточками. Новинка. Citrus Trap за 3,99. Новинка. Вот как шторы были, мы видели. И теперь можно подобрать к тем шторам вот такой наволочку для подушек на диван. Смотрите, как круто. Темно-синий цвет. Пипранка за 6,99. И это замш. Вот такой темно-синий. Еще замшевый есть, тоже розовый цвет. Санелла за 5,99. И вот такой оранжевый за 2,99. Смотрите, как красиво смотрится. Песочный цвет в полоску за 6,99. Пипранка. Ну вот она есть. Это синий, темно-розовый цвет. И вот цвет песочный такой. Ну и вот он, вафелька, так сказать. 4,99. Наволочка 50/50. И тоже такой песочный цвет. И вот наволочка вот с таким, как гжель, рисунок. Цветочный такой орнамент. Ну вот это... Смотрите, как она смотрится красиво. И с такими кисточками еще такая наволочка. Вот из новинок наволочка и пододеяльник. Новая. 150/200. И наволочка 50/60 в светло-розовом. 14,99 комплект. Вот он как выглядит. Тоже новинка. С таким рисунком еще белым. Видите? С таким рисунком. Ну и синий цвет у нас. Цвет настроения вы уже понимаете какой. Ну вот это очень красивый. Он такой с таким отливом. Таким очень богатый. 150/200, 50/60 это наволочка и 29,99 комплект. Ну, очень красивый цвет такой. Вот он как выглядит в упаковке. Вот этот мне нравится. Я люблю вообще синий цвет, но постельное белье мне нравится почему-то светлое, белое. Но вообще этот красивый такой. Так, из новых пододеяльник и наволочка. Вот в такую полоску коричневую. И 150/200 Smoke Franklin за 9,99. Ну-ка. 2×2 это пододеяльник. 50/60 это две наволочки. Вот такой вот с таким рисунком. И темно-серый цвет рисунка. 19,99. Еще новинка. Пододеяльник 150/200. Гланс Блома. 12,99. И две наволочки. Новинка. Вот такой рисунок. Такой тоже из новых. Пыльное белье, наволочка, 14,99, 150/2 и 50/60 сантиметров, 50/60 сантиметров, это наволочка. Ну, красиво, смотрится красиво. Смотрите, какой рисунок. Ну и леопардик, опять же, синие точечки. Белого цвета и с синими, вот такими точками, как леопардик. 150/2.
за 9,99. Это наволочка и пододеяльник. 150 на 2 и 50 на 60 сантиметров. Вот такой вот леопардик с синими почечками. Смотрите, какие простыни на резинке. Новинка 120 на 200. Смотрите, с каким рисунком. Синий с белым и бежевым серым. Это на резинке простыня. Тоже из новых. Ну, красиво. Видите, новинки. Коврики для ванной комнаты белого цвета и темно-синий. Род Сватен за 14,99. Вот так вот выглядит. И белый цвет есть. Бринассен за 14,99. Ну, вот такие вот они коврики для ванной. Один такой в полосочку. Вот этот синенький. Ничего такого. Ну, мне белый нравится. У меня все белое. Так. За 4,99 песочный цвет. Не, ну ничего. Одер Сион за 99. Ворс очень приятный. Плюшевый. Вот так вот выглядит он. Для ванны тоже очень красивый. За 5,99. Написано, что это светлый серо-зеленый цвет. Вот такой. Видно такое полотенце. Новый цвет. Ну, конечно, синий, темно-синий. Только темно-синий с белым. Вот такой вот. Интересный рисунок. Needs Clean за 6,99 полотенца. И из синей ниточки там и белые. И написано, что это для рук. Полотенце для рук. И бирюза. Бирюза. Тоже с белыми ниточками вот такими. За 6,99 Миклин. Значит, темно-синий с белым и вот бирюза с белым в новинке. Это у нас полотенце для рук. И вот еще новинка, полотенце для рук. Знаете, что здесь написано? Made in Bangladesh. Сделано в Бангладеш. Ничего себе. Полотенце для рук. Вот такие белые с синими полосками. Коллекция белые с синими полосками. А я возьму вот из этого комплекта возьму вот такое полотенце 30 на 30. Вот они такие маленькие. Это для лица. Две штуки возьму. Вот это я возьму. Вот я уже с пакетом. И ванное большое на 70 на 140 за 12,99. Тоже два возьму. Вот они. За 12,99 70 на метр 40. Тут даже уже разобрали. Смотрите, как мало осталось. Видно, популярный. Ну вот и я за ними приехала. Думала, может быть, что-то еще. Мне надо именно белый цвет, но чтобы был комплект. А из комплектов только вот такой белый с таким кантиком. Но это совсем нет. Это мне не подходит. Ну, короче, только один вариант есть. Берем. Новые сумки для похода.
за продуктами с Канте за 99 центов. Вот он такой маленький. Смотрите, какой. Посмотрите на это. Кому такую сумочку? Посмотрите на нее. Донт новый. Новинка. За 4,99. Вот такой вот зелененький с рисунком. За 4,99. За 49,99 вот такая вот настольная лампа. Постельная, черного цвета, на металлической ножке. Смотрите. Она двигается, конечно. Смотрите, с какими животными. За евро 49. Нарисована как черничка. А пахнет. Пахнет очень вкусно. Это очень вкусно пахнет. Очень вкусно. Приятно. Пахнет черникой. Черникой или голубикой. Ну, очень приятно пахнет. Вот такие песочные часы. Новинка. За 7,99. Они стеклянные. Смотрите. Серый такой песок внутри. И она стеклянная. Вот моя покупочка. Но на самом деле я еще хотела взять коврик. Коврик такой с прошлого видео. Я показывала коврик преддверной с котом в виде кота черного цвета и с ушами. Но из кокосового волокна за 9,99. Но представляете, его не было. Не было. Ой, и вообще ни одного не осталось. Как это так может быть? Вообще ни одного не осталось. Но зато, на самом деле, тоже последние практически. Там тоже осталось пару штук только. Но это вообще ходовые полотенца. Я их очень-очень люблю. Вот, они хорошо носятся, так сказать. И вот так. Так что осталась я без коврика. Сегодня так солнце светит. Новиночки мы с вами посмотрели. Я очень довольна. Покупочку сделали. И надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее видео. И вы для себя узнали много нового. Если вам понравилось, обязательно пальчик вверх. Подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Я обязательно всем отвечу. Всем добра и позитива. Я надеюсь, что вам понравилось видео. Всем добра и позитива. Ваша Ютный Дом. Всем пока-пока.